На следующий день я пришел к Поле, как мы и договорились. Так что, Том? С чего вдруг такой резкий разворот? Ты вроде не собирался этого делать. Тогда я не думал, что Сальери нас использует. Теперь я это знаю. Ну, тут ты, конечно, прав. Так что, сделаем этот банк? Как насчет Сэма? Эй, ты же его слышал! Он все беспокоится насчет того, что будет, если Дон нас накроет. Так что пойдем на это дело с тобой на пару. Что скажешь? Сначала хочу глянуть на этот банк, а потом расскажешь свой план. Чудно. Можем съездить посмотреть на него прямо сейчас. Ладно, пошли.
то, что надо. Не слишком большой и не слишком маленький. Давай глянем. Добрый день. Слушаю вас. Хочу снять $5. Фамилия? Ладно, начнем здесь. Бежим и закричим, что это налет. Наверное, эти два охранника просто сдадутся, если они вздумают поиграть в героев. К сожалению, сэр, вы прибыли. Только сделаем их, нужно будет найти ключи от сейфа. Это что? Мы узнаем у клерка, где лежат ключи. Если сумма пустого рыла, они заговорят охотнее. После того, как получишь ключи, иди в ту дверь прямо за конторкой. Она ведет в коридор. Справа будет лестница, внизу хранилище, наверху офис. Если достанешь ключи, то иди прямо к хранилищу. Если нет, поднимись наверх и поищи там. Скорее всего, внизу охраны будет больше. Тебе придется разбираться с ними самому, пока я прикрою тебя наверху. Внизу стоит большой сейф. Его надо открыть. Потом просто бери бабки и делай ноги. Это все. Ладно. Пойдем. Нам нужно выбираться отсюда. До свидания. Я собираюсь построить развлекательный центр, Коба. Ну, знаете, ресторан, танцевальный зал, банк подключен к охранной системе Холмса. Но даже после того, как по радио дорога займет минут 5. У нас есть 5 минут на то, чтобы проникнуть внутрь, взять все деньги и слинять. Нам понадобится тачка. Глупо брать машину у Ральфи. Он тут же сообщит об этом Сальери. Тебе нужно будет достать хорошую, быструю тачку, Томми. Тебе это наверняка не трудно, я так думаю. Нет, не трудно. Надеюсь, Лука что-нибудь придумает. Тогда постарайся добыть тачку быстрее. Я думаю, что они не позволят нам так просто уйти. Даже если мы слиняем вовремя, копы будут ждать нас в городе. А что будем делать, как выберемся? Мы поедем прямо в один заброшенный дом в Хобакене. Там на стене надпись «Клуб Поля». Отлично. Еще проблема с оружием. У меня есть ствол, но у тебя его нет. Значит, надо добыть пистолет. Есть одно место, там можно будет его раздобыть. Что за место? Это довольно далеко. Туда лучше ехать поездом. Садись и езжай до Хобакена. Выйдешь на станции Центральный Хобакен и пойдешь в том направлении, откуда приехал, до ближайшего перекрестка. Пройдешь под железной дорогой. Сначала прямо по дороге, которая идет под мостом, потом налево. Там увидишь старый кинотеатр «Твиста». У заднего входа найдешь магазин «Желтого Пита». Скажи, что это я тебе прислал, он что-нибудь подыщет. Я сейчас туда поеду. Достану оружие, машину, а потом заеду за тобой. Хорошо. Остановись перед домом и посигнай. Консьерж вечно собирает дверь. Я спущусь вниз и поеду. Увидимся.
Что тебе нужно? Меня прислал Коль. О, тогда входи. Тебя. Меня послал Полли. Мне нужно купить оружие. Верно, Полли. Я его знаю. Да, точно знаю. Такой коротышка. Угрюмый. Ага. Хм, если можно так сказать, то да, это он. Он все еще работает на Сальери? Да. Ладно, передай от меня привет старому негодяю. Конечно, так что насчет оружия? Конечно, конечно. Что нужно, Полли? Этого будет достаточно. Отлично. За мной дело не станет, сынок. Передай от меня привет, Полли. Конечно, спасибо. Привет, Лук. Мне нужна мощная машина и побыстрее. Я как раз собирался тебе позвонить. Мне тоже кое-что нужно, причем быстро. Но машина, которую я тебе предлагаю, того стоит. Чего ты хочешь? Я обещал привезти посылку одному парню, но сегодня никак не могу выбраться. Сможешь сделать это? Ладно, правда, я никогда еще не доставлял на дом посылку. Прежде чем отдать посылку, убедись, что с ним все в порядке. Он должен передать ее еще кое-кому. Если с ним случится беда, провалим всю операцию. А что с ним может случиться? Черт его знает, откровенно говоря. Где мне найти того парня? На пятачке под тем мостом, который ведет в деловой район. Его зовут Дик. Прежде чем отдать посылку, убедись, что за тобой не следят. Вот она. Thank you.
ты Дик? Дик, а еще меня зовут Большой Хрен. А, конечно. Глупо спросил передать тебе этот пакет. Отлично. Восстание берем? Не думаю. Вроде бы нет. А? Тогда кто же эти парни? Черт. Ну так покажи им, на что ты способен. Ты тоже Большой Хрен. Не волнуйся, наслаждайся жизнью. Отлично. Передай от меня привет Лукасу. Это было нелегко. Что случилось? Как только я пришел туда, какие-то парни попытались нас убить. Дик, в порядке? Ты успел отдать ему посылку? Да, все нормально, мы вместе справились с ними. Потом он ушел. Слава богу, ты не представляешь, как я тебе благодарен. Получишь отличную машину. Это американская модель, собранная в Германии. Лучшее, что можно достать. Ладно, это стоит небольшого риска. Где она? Вчера я подслушал разговор одного клиента. Сегодня, примерно в это же время, он поедет от Оуквудской школы навстречу где-то на Центральном острове. Поезжай за ним, и когда он припаркуется, бери машину. Единственная проблема с замками. Но я знаю, что ты-то справишься с ними без труда. Спасибо, Лука, я побежал.
Верный, сейчас спускаюсь. Ключи от решетки здесь, но... Где этот хренов менеджер? Он наверху, в своем офисе. Я тебя достану! Прекрати! Никому не двигаться!
убираться отсюда! Вам нужно избавиться от куб. Теперь мы богачи, Том. Сработало. Точно, так и есть. Что теперь? Переоденемся, чтобы копы нас не вычислили, и положим капусту в портфель. Ладно, а что будем делать потом? Про бабки никому не говорим. Выспись. Завтра подумаем, что нам делать с капустой. Я возьму их с собой, чтобы Сара не нашла, ясно? Только не вздумай сбежать с деньгами. Слиняю прямо на Гавайи. Даже не пытайся. Найду тебя и засуну этот портфель со всеми его железками тебе прямо в глотку. Я подумаю над предложением.